Всем здорово, это свежий выпуск видеошколы скейтбординга от магазина Staff, и в этом уроке мы научимся делать с вами фронтсайд тейлслайд. Фронтсайд тейлслайд — это скольжение на тейле доски, и выглядит он примерно вот так. Вы подъезжаете к грани, щелкаете на 90 градусов, заносите тейл, скользите и сходите. Фронтсайд тейлслайд — это очень стильное скольжение, его можно комбинировать в связках, добавлять ины, ауты, использовать по перилам, и в принципе тут все зависит только от вашего воображения, поэтому я вам советую научиться этот трюк, он выглядит действительно круто. Ноги на этот трюк ставятся следующим образом. Положение как при олли. Ваша задняя нога стоит в середине конкейва, чуть ближе к краю, а передняя ровно на доске. Итак, как делается фронтсайд тейлслайд? Вы подъезжаете к грани параллельно, щелкаете на 90 градусов, как будто вы делаете фронтсайд 180. И в этот момент, когда ваш скейт уже над гранью в 90 градусов, вы перекладываете вес тела на заднюю ногу, фиксируете и скользите на хвосте доски. Один из главных секретов этого трюка – это переносить вес своего тела на заднюю ногу. То есть вы должны скользить на грани, а весь ваш вес должен быть сосредоточен в левой части тела. Маленький секрет в этом трюке, когда вы уже попали на скольжение, чтобы вас никуда не перекидывало, вы можете немножко присесть, чтобы сгасить вот этот удар. И когда в положении полуприседа вы будете скользить на грани, будете чувствовать себя максимально уверенно. Парни, прогрессируйте, катайтесь и никогда не отчаивайтесь. Пишите комментарии, что вы думаете по поводу этого видео. С вами был Антон Шкурков, всем удачи!